Ортазаевна, проверьте. Кызым, проверь. Раз. Бір-бірде. Болды ма? Саламатсыздар ма, құрметті. И ваши коллеги долгое время уже занимаются с ребятами, я думаю, большим хорошим делом, и что помогает многим людям узнать о нашем городе через нашу культуру. Недавно мне сообщили, что хорошую новость о том, что наш ансамбль «Айгулек» выиграл первое место на фестивале в Испании, на международном фестивале, поэтому я попросил коллег встретиться и лично поблагодарить наших девчат, выразить им благодарность, а также поздравить сегодня, с одной стороны, с 1 сентября в школу надо идти, и, конечно же, с вашей наградой, которую вы заработали в Испании. Вчера вот Аким области тоже награждал наших спортсменов, олимпийцев. И я хотел бы сказать, что именно благодаря вот нашим спортсменам, представителям культуры, творчества, наша страна становится известной, и известной с хороших позиций. Поэтому я думаю, это большая победа, победа нашей страны, нашего города и лично каждого здесь присутствующего члена этого коллектива. Поэтому от всей души поздравляю вас с этой победой и желаю еще больше и больше новых побед. Давай, қыздарға гүл беріңдер. Сендер қашан қайтып келдіңдер? 14-не. 14-не. Испания қалай, ұнады ма? Иә. Қай қалада болдыңдар сендер? Барселонада. Барселонада. В ноябре всегда проходит конференция Smart умных городов. Я вот всегда там присутствовать, потому что очень интересные там новости рассказываются. Да. И случилось, что вся моя жизнь связана с ансамблем «Айгулек». Будучи закончив хореографическое училище государственное алматинское по специальности, получив специальность артистки балета, я приехала в свой город Чимкент. И буквально вот на протяжении 40 лет я работаю в одном месте, в ансамбле. У меня одна единственная запись в трудовой книжке. Вся моя жизнь непосредственно связана с ансамблем. Это моя жизнь, это моя судьба, это мое детище. Несмотря на юный возраст этих детишек, этому ансамблю уже 70 лет. Ансамбль создан еще в 46 году. Вот, то есть на протяжении 40 лет буквально работаю руководителем я. И, в общем-то, мне очень приятно, что вот в 82 году мы получили премию Ленинского комсомола. Это сейчас уже этого, конечно, нету, но, вы знаете,
ли единственный коллектив в Казахстане, который заслужил, получил премию Ленинского комсомола СССР. Эту премию Ленинского комсомола мы получали во всесоюзном, в то время еще в детском центре «Артек». Очень приятно, что ансамбль живет, ансамбль растет. Вот, допустим, буквально вот недавно, да, у меня была встреча с выпускниками, которым уже за 40 лет. Вы знаете, уже все взрослые. У нас в ансамбле были всегда и мальчики, и девочки. Да, в последнее время у нас стал девичий ансамбль. Mm-hmm. Вот. Мне очень приятно ваше неустанное внимание, пристальное внимание к ансамблю «Рулев». Мы вас очень благодарим вот за эту поездку. Действительно, вот эта поездка была такой знаковой, особой. Мы тем более ехали через Париж. Я детям, естественно, хотела показать Диснейленд, будучи, потому что рейс такой был, да, будучи в Париже, естественно, не увидеть. Да. Диснейленд, это невозможно. Я думаю, что они все их впечатлило, очень обрадовалось. Вот. После этого мы приехали уже на конкурс. Это было здорово. Вы знаете, когда мы выступали на международном конкурсе в Ред-Домаре и получили гран-при, у нас были слезы, у нас была такая радость, мы кричали, мы орали, в общем, все это вместе было. Очень приятно было, что у меня девочки, помимо того, что они хорошо учатся в школе, они поют, они не только танцуют, они еще и поют, играют на тамбуре. Дети, вот, допустим, это на самом деле получается, что у нас идет развитие всестороннее детей. Помимо того, что вот мы когда выступаем на международном конкурсе, когда танцуем, да, у нас наши дети поют. И не просто поют, они занимают первые места, вторые места. У нас здесь девочка вот есть, вот Пайсариева Сем, она у меня получила первое место по народному инструменту. Вот эти две малышки, они у меня пели. Вот Сезым и Зили, они у меня пели. Представляете, это мы прославляем не только свой город, мы прославляем полностью нашу страну, потому что у нас еще идут парады, шествия мира. И вы знаете, мы идем со знанием Казахстана, да, и вот каждый норовит подойти к нашим детям, да так за щечку схватит, да заплатит со своим. Вы откуда такие красивые? Вы откуда такие красивые? Мы из Казахстана. Какие у вас дети красивые? Помимо того, что вот они в костюмах красивые, да? Мне очень приятно, когда нам говорят, у вас какие дети, говорю, у вас специальная школа эстетического воспитания, что ли, есть? В смысле, у вас дети очень красиво одеваются тоже. Вы знаете, у меня такая гордость берет за моих детей, за их культуру, за их дисциплину, за их культуру к одежде. Вообще, я очень благодарна своей жизни, своей судьбе, что я, в принципе, больше ничего не умею делать. Вот, я умею только лучше обучать. Я очень благодарен. Сохранить эту традицию, чтобы в будущем, возможно, кто-то из ваших, поэтому, скорее всего, так и будет, я думаю. Вот поэтому, ну, я желаю вам еще добиться больших высот еще, и чтобы вы всегда радовали, помогают, что ли, узнать страну. И это стоит очень много. Поэтому... Мен осы 4 жыл бойы көп деген қызықтарды, және көп деген қалаларға барып, ол жерде қалай өмір сүру керек екенін, барлық ғимараттар туралы барлық әңгімелерді білдім. Мен ол Испанияға барып, Айгөлек би ансамблімен барып, гран-при алып келдім. Және өзім Испанияда кисас әнін айттым. Бәріне ұнады деп ойлаймын. Мен осы жеңісімді тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арнағым келіп тұр. Тәуелсіздігіміз мәңгі жасай берсін. Молодец. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde,
tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Ой, молодец. Женя, ты выбрала, как за тебя открывали красивую школу необычную. Сегодня впервые, наверное, каждый из... Я думаю, что нужно вспомнить и то, что с нами происходило. Я хочу сказать, что до Испании мы очень добирались долго. Для меня было это очень неожиданно. Я сопровождала вместе с Рэком Тузайна команду. Дорога была длинная. Вот, допустим, поездом до Астаны, со Астаны мы долетели до Минска, с Минска до Парижа, с Парижа уже до Испании мы ехали автобусом. И вот маленькие девочки, они так хорошо выдержали дорогу, это вообще сложно, на самом деле очень сложно. Но я отдаю себе отчет и говорю четко и во всеуслышание громко, что наши такие малышки делают большое дело. Поверьте мне, что большое. Я никогда не задумывалась, но именно в этой стране, на этом фестивале, я почувствовала себя вот настоящим патриотом, настоящей казахстанкой, настоящей вот такой, ну, настоящей матерью. Когда на сцене были ведущие, а ведущие были на двух языках, являла испанка, затем на русском языке, ну, сносно, таком приятном языке, объявили нашу команду, объявили вот таким образом. А сейчас на сцену приглашаются дети Назарбаева. Страна Казахстан, город Шымкент, танцевальный ансамбль «Айгуле». И пошел первый наш значительный танец, который знаковый для нас, для южан, Туркестан, под эту музыку. Вы знаете, этот танец набирает на сцену детей. Сначала вот четверо, потом шесть, потом еще четыре. И 30 девочек на сцене в разницу с теми командами, за которыми мы шли. Ну, допустим, Россия 4-6, воспитанников там, допустим, испанцы там, ну, 18. А мы 30 девочек на сцену подняли в разных костюмах. Нас вообще отличает замечательная музыка. Нас отличает замечательный костюм. И нас отличает наших детей, вообще нас, казахстанцев, все равно трудолюбие. Мы любим жизнь, настолько блестящий костюм, настолько эффектно выглядели наши девочки. Кроме всего того, наша Зире была звезда. Вот она, когда начался вступление музыки, вот этого куплета песни, почему-то все начали испанцы, и все жители там этого городка, города Мар, в котором мы были на этом фестивале, начали аплодировать, я не поняла, в чем дело. Только появилась и музыка, ну, может быть, от незнания моего. И когда она вступила и начала петь на испанском языке, ну, пусть это ребенок, но все равно мы были готовы с подарком со своим приехать, чтобы людям было приятно. Мы в эту страну приехали, мы соблюдаем правила и культуру. И было настолько приятно, столько было аплодисментов, и как громко кричали. Красавицы на русском языке, я не знаю откуда, может быть, туристы, красавицы, самые лучшие Казахстан. Поэтому я благодарю вас за то, что мы на самом деле смогли увидеть очень многое. Я думаю, у этих девочек большое будущее, как вы сказали, еще до 10 класса им заниматься, да заниматься. И пусть они будут счастливы. Я думаю, что все, что сегодня делается, это во благо. Я хочу сделать комплимент Жанат Расфековне, потому что тогда, когда она пришла вот на это место, мы с ней договорились. Жанат Расфековна, разрешаете ехать? Конечно, она новатор. Она любит, когда мы что-то приносим новое, любит, когда мы приносим подарки, грамоты. Ну вот такая она любит это. И мы, я думаю, что вместе с этим коллективом будем трудиться. Не только этот коллектив, как Жанат Расфековна сейчас сказала, 9 национальных разных коллективов, которые делают свое большое дело. Пусть наши делают дети большое дело. Это действительно дорога, такая дорога в мир, в будущее. Нас знают во многих странах, нас приглашают. Сегодня мы отчитываемся перед вами. Нам сделали еще одно приглашение для того, чтобы наши дети поучаствовали в российской программе. Это Ленинград приглашает в марте месяце. Но если получится, если вы дадите добро, мы сможем, давайте защищать будем. Но больше того, я хочу сказать, 70 лет нашему коллективу,
Это уникальный коллектив, народный коллектив, который звание имеет Ленинского комсомола, всех международных конкурсов. Это, знаете, особо значимо. Когда начинают объявлять, все объявили. И Чехословакия, и Германия, и Испания. Вот столько наши дети смогли увидеть, проехать и оставить о себе красивый след. Я думаю, что не только наш город, не только наш дворец школьников, а вообще всю страну. Вот пусть всегда говорят, что о чем сказала Рахам Тузаевна, они были на самом деле ухоженные, нарядные, в красивых спортивных костюмах, потому что в автобусе, в транспорте было на самом деле приятно. Когда мы приехали в Барселону, ну, действительно, взрослый не каждый бывает. Я сам 2-3 раза там бывал и говорил прям, как это, что было вот и детям, и всем нам удобно. Здорово, вместе с вами. Позвольте от всех от нас подарить вам подарок. 25-летию независимости Казахстана. Мы вам искренне подписали вот эти пожелания. Пусть они останутся на долгую память вам. А, не цветные фотографии, это было время. Да, я помню. Какое время? После войны. А сейчас уже мирное время.